Привет! Это Минск и репортаж о том, где и как будет проходить крупнейший покерный турнир 2015 года на территории СНГ. Пусть то, что здесь событий не густо, пусто, и вообще Камора от Пруста изучает Юнкарл Густав. В этом архетипе мы глубоко как кусто. И если есть где-то на земле парадиз, то Минск не он, Минск его парадиз. Здесь хоррор-шоу, много советского китча, но это хорошо, это его метод хитча. Как фантох Варли, как тупак Карлин, как я Майку любил, Боб Марли, как я к Майку пришел сказать, парни, Минск, ты my love, ты my darling. Как Ван Гог Варли, как Тупак Гарлем, как я Майку любил, Боб Марли, как я к Майку пришел сказать, парни, Минск, ты my love, ты my darling. 17 по 27 сентября в Катон-холле и казино «Эмир» пройдет гранд-финал самой известной популярной покерной серии Russian Poker Tour. На протяжении 11 дней здесь будут проходить разнообразные турниры с разнообразными баинами как для новичков, так и для опытных игроков. В этот раз на территории казино «Эмир» будет еще больше столов и еще больше игр, что означает полное отсутствие налогов, а также круглосуточную нон-стоп кэш-игру. Одно из важнейших событий турнира – Grand Final Event с боином 1100 условных единиц – также пройдет здесь. Главное событие Russian Poker Tour пройдет с боином в 550 условных единиц, а в прошлый раз в нем участвовало почти 700 человек. А на гранд-финале мы ожидаем еще больше участников, и победители везят с собой около 70 тысяч условных единиц. Кстати, онлайн-сателлиты уже идут на pokerdom.com. Концерт «Холл Катон» и «Казино Эмир» находятся в одном комплексе с одной из самых известных гостиниц Минска – Беларусь. Доступно и комфортно, а для гостей РПТ действуют специальные цены. Номер на двоих обойдется вам всего 52 условные единицы. Спешите забронировать, их разбирают как горячие пирожки. Недалеко от гостиницы «Беларусь» у нас находится памятник Пушкину, который, как известно, был заядлым картежником. И даже написал повесть «Пиковая дама». Если вы едете в большой компании или не хотите жить в гостинице, то это абсолютно не проблема. В Минске огромный выбор квартир, которые сдаются посуточно. Начиная от эконом-варианта, заканчивая пентхаусом с джакузи. Гостиница «Беларусь» находится в одном из красивейших мест нашего города, недалеко от исторического центра. Как вы помните, это Троицкое предместье. Здесь вы можете покушать, ну или просто отдохнуть, повеселиться, погулять, полюбоваться красотами нашего города. И да, тут вообще здорово. Я вообще не понимаю, почему мы еще не приехали. Белорусский лен, кстати, издавна потихонечку закупает США для того, чтобы делать из них деньги. Если вдруг так получится, что вам удастся оторваться от игры, и у вас появится свободное время, то вы можете провести его именно здесь, в центре Троицкого предместья, где полно баров, ресторанов и просто красивых, счастливых, довольных людей. Молчи Хопс – это паб, там играет очень громкая музыка, напитки бьются рекой, и атмосфера просто потрясающая. Если вы хотите удивить ливанских гостей РПТ, то приводите их в ресторан «Библа». Здесь восточная кухня и европейская атмосфера. А находится это место на Октябрьской площади на улице Интернациональная, 21. Танцуй для меня, танцуй. Танцуй для меня, только для меня. Танцуй для меня, только для меня. Танцуй для меня. В Беларуси три сотовых оператора – Велком, МТС и Лайф. И если вы хотите играть в онлайн-турниры, и вам понадобится быстрый интернет, проблему это легко решить следующим образом. Вы можете приобрести модемы у одного из этих операторов. Это обойдется вам примерно 18 условных единиц. В общем, если вы здесь походите, побродите, то найдете массу всего вкусного и интересного. Ну а мы дальше пойдем смотреть на ночную жизнь нашего города Минска.
Игроки приезжают сюда не только за большим покером, но а также за неповторимой веселой атмосферой Russian Poker Tour. В сентябре вас ждет еще больше развлечений. Несколько вечеринок для игроков, специальные караоке, битвы, стендап-шоу и многое другое. РПТ умеет отдыхать и, главное, умеет это все организовывать. И давайте вспомним, как это было в прошлый раз. Друзья, мы с вами находимся на вечеринке Russian Poker Tour. Shake for a shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome llama, make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surf, board and high tide. I got just... Все в лучших традициях Russian Poker Tour. Минск – живой, веселый город. Здесь множество ресторанов, ночных и стрип-клубов. Давайте посмотрим. После увиденного говорить, конечно, трудно, но я попробую. Мы находимся в стрип-клубе «Пин-код». Это лучший стрип-клуб в нашем городе. Здесь работают очень талантливые, красивые, сексуальные и просто волшебные девушки. По времени работы начинается шоу-программа в 10 вечера и продолжается до 6 утра. Если вы вдруг потеряетесь, то не беда, по всему городу установлены вот такие вот карты, которые смогут вам помочь сориентироваться. От Немиги по улице Комсомольской расположилось здание под номером 17. Здесь находится Йоу Суши, отличное заведение, где можно покушать. Здесь вы можете не только быстро и вкусно покушать японскую, ну а также еще европейскую кухню, а также воспользоваться высокоскоростным Wi-Fi, например, для игры в онлайн-покер. Ну, а еще приятный бонус, здесь есть доставка. Ресторан Black Door. За вкусной едой и дружеской атмосферой вам сюда. Кстати, он удостоен премии «Ресторан года», а его владелец, постоянный участник Russian Poker Tour, предусмотрел специальные скидки для всех игроков. В Black Door делают кальяны любой сложности, как для европейцев, так и для восточных гостей. А если вы хотите нереально оторваться, то вам в Black Hole Bar. Здесь лучшие тусовки, лучшие девчонки, лучшее танцевальное шоу и лучшие бармены.